Распространение коронавирусной инфекции – центральная тема в стране и мире. Отечественные вирусологи активно взялись за работу по созданию вакцины. Но пока положительной динамики по этому вопросу нет. А значит, необходимо принять профилактические меры. Наверное, ситуация, которая складывалась в Одинцово, все в курсе. У нас пока одна госпитализированная женщина – это бортпроводница, которая поступила к нам в отделение. Сейчас она находится под наблюдением. Вирус, коронавирусная инфекция у нее не подтвердилась. Лабораторные исследования проведены. И на сегодняшний момент она и 14 прибывших из Китая под медицинским наблюдением. Соблюдение личной гигиены, отказ от посещения мест с большим скоплением людей, воздержание от путешествий в Китайскую Народную Республику – простые правила, понятные каждому. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».